Ноль, все, готику, играем в готику. Спасибо, ребят, за то, что донатили. Спасибо большое, друзья. Огромное вам, гигантское, колоссальное, космическое, сверхчеловеческое и просто невероятное, офигенное спасибо. Блять! Блять, всякое бывает. Или даже для этой самой. Блять! В игре есть только одно преимущество. Опусти оружие! И вот оно, блядь. Вот единственное преимущество данной игры, ребят, чтобы вы понимали. Война против орков разгоралась с новой силой, и каторжники Миртаны платили за это высокую цену. Армия короля нуждалась в оружии. И каждый, кто был повинен в преступлении, неважно, сколь серьезным оно было, искупал свою вину в железных рудниках Хариниса. Дабы сделать для них невозможной саму мысль о побеге, король поручил лучшим магам Миртаны сотворить барьер, окружающий долину. Я был одним из них. Мы направили всю свою силу на создание магического щита, но что-то нарушило привычный ход заклятия. Мы стали пленниками своего собственного творения. Все рудники Хариниса отныне оказались во власти каторжан. У короля не было выбора. Ему было нужно железо. Год за годом королевство давало каторжанам все, что они требовали. Год за годом взамен каторжане приносили к барьеру руды. Так было до сегодняшнего дня. Обычный каторжник, которого привели к скале на краю долины. Он не знал, что ждет его впереди. Какой, блядь, кривой! Именем короля Рабара II я приговариваю этого каторжника к... Остановитесь, каторжник! У меня есть для тебя предложение. Это письмо отсоси должно быть мне, доставлено, блядь, верховному магу. Отсоси мне, каторжник! Тратишь свое время. Сука. Ты можешь выбрать любую награду. Хуя себе телепорт, блядь. Почему они все всратые такие? Добро пожаловать в нашу колонию. Довольно, хватит! Оставьте его! Говно, блядь! Во! Все, полетели. Блядь, я таймер прав... Я не вижу. Что за хуйня? Что с мышкой, блядь? Что нахуй с мышкой? Так. А. Что, блядь? Что за хуй? Что это, блядь? Что это такое, блядь? Сука! Ёбаный в рот! Настройки. Управление. Во. Пойдет? Во, поет. Тупо. Что у нас тут есть? У меня, блядь, голова кружится уже. Это можно взять? Так, блядь. С кого не слышно? Я здесь, блядь. Батя, батя в здании. Ёбаный в рот. Он еще и бежит крипово. Ёб твою мать. Ребята, если что, я не вижу основной чат. Да пошли нахуй со своим графоном лучше, чем в FF10. Жесткость. Чувствительность чуть повыше. Жесткость. Много. О, норм.
Блять, как взять голубику, сука? Сука, блять. Какой мясной жук. Ну и хули вы мне, блять, их подпи... Блять, я обосрался просто. Управление. О, кирочку взять бы. Ёбаная игра, блядь, ёбаная хуйня. Просто, блядь, ёб твою мать. ЛКМВ? Что, блядь? Что, ёб твою мать? Ого! Что? А как снарядиться? Тап. Так. Да ёб твою мать, бери эту хуйню, мудак тупой, ебанутый дебил, блядь. А как снарядиться? Блядь! Какие же вы, блядь, мудаки, ёбаные, блядь, ребят, что это за хуйня, блядь, вообще, это не игра, блядь, кусок говна. Это кусок хуйни, блядь. Никаких гайдов по управлению, меня заебало эту игру включать, выключать. Четыре, блядь, кнопки одновременно нажать, да вы ёбнули, что ли, что это за хуйня, блядь. Что, блядь, куда ты прыгнул, дебил? Что, блядь, за хуйня, ёб твою мать. Что он делает, ёб твою мать? Что это, блядь, за недоразумение? Что с ней, блядь? Что с ней, ёб твою мать? Что с ней происходит? Что это такое, блядь? Это реально кто-то играл, блядь, когда-то? Это кому-то, блядь, сука. Да просто в пизду. Что, блядь? Да, блядь, я смог снарядить кирку. Блядь! Вставай! Будь мужиком. Так, ладно. Две кнопки зажимать, чтобы что-то снарядить. Вы ёбнулись, ребят? Да, блядь, возьми голубику, идиот тупой, блядь, идиот. Блядь, как меня кринжует. Так, бокал, бери бокал, блядь, сундук. Сука, бери стрелу, возьми хоть что-нибудь, блядь, голубику, сука, возьми. Так, ладно, давайте четко сделаем. Опа, все, вау. Опа.
Почему я должен разбираться с управлением вообще? Мясной жук. Какая хуета. Сейчас будет батл, ребят. Сражение с псами. Вы готовы? Я ебал эту игру в рот. Просто, блядь. Запизжу их сейчас. Ну чё, кукол, ты иди сюда. Моржо. Блядь. Можно, отцу надо, да. Ёб твою мать, суки, блядь, гандоны. Прыгаем. У меня была тактика, я ее придерживался. Сука, я не попадаю. Давай, блядь, убей их, сука. Давай, карликов этих. На, вдвоем они на одного напали, но я победитель. Блядь, бегу нахуй отсюда. Второй где? Победа. Абсолютно. Ни одной игры, в которой боевка была бы хуже, чем здесь. А. Эй, ты! Что тебе? Просто хочу предупредить тебя. Дальше начинаются наши охотничьи угодья. А на кого вы охотитесь? В основном на падальщиков. Много мяса, и не так уж сложно с ними справиться. Если, конечно, знаешь как. В самом деле? И как же? Спроси у моего приятеля Дракса. Он знает об этом больше, чем кто бы то ни было. Что все будут такими же дружелюбными, парень. Карманы у новичков обычно пусты, но кое-кто мог бы убить тебя даже ради простой кирки. Я буду иметь это в виду. Ты ведь охотник, так? Да. Похоже на то. А что тебе нужно? Мне очень бы пригодилась пара советов. Я могу научить тебя нескольким хитростям. Блядь, какие они всратые! Но все будет иметь свою цену. И сколько же это будет стоить? Для начала один добрый глоток пива. А там посмотрим. У меня больше нет пива. Ну так сходи, раздобудь еще. Это лучшие бесплатные советы из тех, что ты получишь в ближайшее время. И по дороге прихвати немного руды. Я могу еще много чего порассказать о местных тварях, но не за даром же. Иду в город, короче, похуй. Действие должно двигаться дальше.
мудаки. Привет, я здесь недавно. Как это мило. Это старый лагерь на том берегу. Нет, это новый лагерь. Старый находится дальше. Дай мне пройти. Какая хуйня, ребята. Куда это ты направляешься? В лагерь. От тебя не будет проблем, ведь так? Диего сказал, что я должен встретиться с ним в лагере. Ладно, тогда проходи. Есть новости? Не, все как обычно. Как всратая хуйня, блядь. Есть новости? Не, все как обычно. Ищем Диего. Эй, ты! Это ты мне говоришь? Я предупреждаю тебя. Такие типы, как ты, очень быстро попадают здесь в неприятности. Сюда бросают в основном законченных ублюдков. И они думают, что могут делать с тобой все, что хотят. Но мы им этого не позволим. Гомес хочет, чтобы в лагере был мир. И мы, стражники, следим за этим. Но эта работа обходится нам недешево. Вот почему я предлагаю тебе поделиться запасом руды. Скажем так, в знак дружбы. Ты помогаешь нам, мы помогаем тебе. И если у тебя будут проблемы, мы придем на помощь. У меня нет 10 кусков руды. Давай сколько есть, остальное отдашь потом. Посмотрим. Держи ноль. Похоже, у тебя сейчас не лучшие времена, приятель. Ну ничего, как-нибудь в другой раз. Увидимся. Ты теперь ни о чем не волнуйся. Мы приглядим. Спасибо, за тобой. Брат, это можно брать? Это было не слишком умно. За мной руды, спасибо. Ты новенький, да? Я тебя здесь еще не видел. Меня зовут Слай. Я предлагаю новичкам работу. У тебя есть для меня работа? Какая? Пропал один из наших стражников. Его зовут Нек. Он мог переметнуться к новому лагерю. Ты новенький. Ходишь повсюду и не вызываешь подозрений. Так что смотри в оба. Найдешь его, и я замолвлю за тебя словечко в лагере. Уже у нас... Я не хочу в это... Игра для умственно отсталых, пиздец. С другой стороны, вот, я, если даже с ним можно поговорить, это озвучено. А, нет. Это, кажется, не озвучено. Как здесь живется? А, нет. Если тебя прислали охраны, скажи им, что я не хочу неприятностей. Ну, круто, что здесь все озвучено. Я доволен тем, что они дают нам. Это сильно. Никто меня не посылал. Я здесь недавно. Новенький, а? Хуё, их скучно, конечно. Если ты... Это было не... Похоже на... Почему? Похоже, ты хорошо знаешь свое дело. Пока еще никто не жаловался. Да и что толку жаловаться? Здесь каждому идиоту нужен свой меч. А хорошие мечи делаю только я. Случается снова и снова. Я думал, это еще самое интересное.
Я по поводу Нека. Да? Никаких новостей. Держи меня в курсе. Дай мне пройти. Каких, блядь, новостей? Я просто доебаться решил на себя, братан. Сорян. Я должен поговорить с магами. Мне необходимо пробраться в замок. Да все что угодно лучше, чем это, ребят. Но это хуйня. Диалоги хуйня, но хотя бы озвучено все. Единственный плюс игры в том, что все озвучено. У тебя есть проблема. Да? А у кого их нет? Есть люди, которые хотят избавиться от тебя. Любая игра лучше. Тогда скажи им, что само по себе их желание не исполнится. А почему ты уверен, что они не прислали для этого меня? Потому что ты мне кажешься умным парнем. Ты должен понимать, что есть в колонии более выгодные дела, чем работа на Гомеза. Нам в новом лагере нужны разумные люди. И там никто не будет тебе приказывать. Расскажи мне о новом лагере. Это самый свободный лагерь во всей колонии. Никаких баронов или гуру. Там ты делаешь то, что хочешь. И у нас есть своя шахта. Правда, добытую в ней руду мы не отдаем этому проклятому королю. И как вы ее используете? Наши маги разработали план, как можно выбраться отсюда. Мы собираем руду для его осуществления. Вот что я тебе скажу, парень. Пока Гомес и его люди бездельничают, мы трудимся во имя свободы. Но если ты по-прежнему хочешь вышвырнуть меня из лагеря, что ж, давай, действуй. Мы пойдем в новый лагерь. Хорошо. Иди за мной. Блять, сука, сейчас будет смерть. Нормально деремся. Стой! Прежде чем я пропущу тебя, ты должен назвать пароль. Ни шагу дальше! Повторять не буду! Тревога! В смысле, блядь, пароль? Чё за хуйня, блядь? А как я, блядь, пароль назову? Вы меня убили, суки, блядь, тупые! Какого хуя, блядь? Что? Разумеется. У такого неудачника просто не может быть руды. Если ты думаешь, некоторых людей... Окончательно. Ты хоть знаешь, куда направляешься? Куда? Ты идешь к нашему предводителю Ли. И? И что, блядь? В смысле Ли, блядь? Хуй Ли! Вставай! Поднимайся, блядь! Все, зависло. В пизду. Alt F4 не работает, блядь. Все, пизда. 2 часа сидим просто так смотрим на эту хуйню. Забагованная хуйня. Что делать? Что делать, ребят? Я вас вижу. Помогайте. Блять, да ёб твою, сука, ёбаный в рот! Central Alt Delete, блять, у нас стрим может сброситься от Central Alt Delete. Вы понимаете это? Охуеть, я поздравляю вас, ребят. Охуеть. Классная игра, блять. Готика, блять. Поиграй, Шадов, тебе понравится, блять. Тебе понравится. Что надо, ну не издевайся, ну ёб твою мать, стрим идет вроде бы. Какой новый...
долгие годы правил рабам. Я не... Соси, блядь! Хорошо. Мы называем... Пограбон. А где... Когда шахт... Я благодарю... Мы в... Кусок говна! Если кал, блядь! Кал пройти. Калыч, блядь, а не игра! Кусок говнище! Говнина, блядь! Говно! Говно, говна, блядь, говно. В говне, блядь, игра. Просто моча, блядь, и кал, и жопа, блядь. И ссу в нее, блядь, просто в эту игру вашу. Санина и говнина, блядь. Ну, забагованная хуйня, блядь. Позор такую вообще давать людям. Позор, блядь. Позор давать такую игру людям, серьезно. Шадов, блядь, поиграй в готику. Ты хоть знаешь, куда направляешься? Да, знаю, куда? Блядь. Ты идешь к нашему предводителю? Знаю, да. Каждый раз одна, я же хочу в это ввязываться. Шел нахуй. Послан, блядь. Послан нахуй. Как шлюха. Совсем по-другому. Не шагу дальше. Повторять не буду. Я думал, это выяснили еще. Тревога! Чужой! По грудаку отвесили. Два часа еще играть. Что? Ничего. Не должен верить. Груды нет. Времена, когда все было совсем по-другому. Кто ты? Я Нефариус, маг круга воды. Не пройду. Я хочу стать магом круга воды. Не так быстро, мой мальчик. Забей, ты не пойдешь, блядь. Присоединиться к нам. Лол. Он должен проявить себя в каком-нибудь великом деянии. И он должен служить. Забей, ты не пойдешь, блядь. Бум, прошел. Если ты серьезен в своих намерениях, ты должен стать одним из наших наемников. Так ты сможешь служить нам. И может быть однажды тебе представится шанс сделать что-то большое. Как-то не то в этой истории. Где мне найти Сатуроса? Иди в большие круглые ворота. Там ты и найдешь его. Не хотел бы я оказаться на его месте. Каждый раз одна и та же история. Не хотел бы я оказаться на его месте. Читер спидранер пишет. О, выспался нормас. Поспал, батька. Че, можно сундучок открыть? Ладно, сундуки я не знаю, как открывать. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Что, он просто смотрит на книгу? Что? Что, блядь? Что ты здесь делаешь? Тебе здесь нечего делать. Убирайся. Одного раза, да что за шкомба? Не делай этого, блядь. Зачем ты разбудил меня? Ты не должен верить всему, если ты... Ничего. Руды нет. Не
Анкор? Кто такой? Анкор? Так, прыжок с разбега. В воду. Ола! Ого. Блядь! Сука, надо разобраться, как плыть еще. Что это, блядь, такое? Ну, полное отсутствие карты. Отстой. Нихуя не понятно. Отстой. Даже тески лучше. Ну, тески говно, конечно, но даже они лучше. Так, Dragon Singularity там что-то это... Поехал к нему. Блять, почти. Блять, сука. Что он долго бежит, блять, этот гамма. Ну чё за ёфта? Ты не можешь зайти в замок без разрешения. Убирайся отсюда. Каждый раз. А куда это ты собрался? А внутрь! Забудь об этом. В бар Силоса пропускают только рудокопов и воров. Некоторых людей ничего не учат. Я рудокоп. Я хочу пить. Ты не похож на этих скрипков. Так ты сюда не пройдешь, приятель. По-другому. Я не хочу в это ввязываться. Это было не... Ты оглох или как? Да я в бок иду, дебил, блядь, тупой. Идиот, блядь, кусок говна ебаного. Недоумок, блядь, недочеловек. Говно, блядь, громила, не громила, а чмо, блядь. Недоумок ебучий. Блядь. Это не было не слишком умно, и что убери это! Ты должен стать хороший бой. Еще один раз, и ты пожалеешь об этом. Хорош. Так, что-то все очень сильные. Некоторым людей ничего не учишь. Ты должен верить всему, что слышишь. Я не хочу. В сторону! Меня зовут я. Да ёб твою мать, блять, кусок говна, не игра, блять, залупа, залупа, залупа. Я благодарю тебя за помощь. Мы встретимся в старом лагере. Блять.
блядь, насколько же лучше была даже первая Final Fantasy. Насколько она была играбельнее, блядь. Насколько она была веселее, насколько она добрее была к игроку. Насколько, блядь, дружелюбнее она, блядь, была, насколько симпатичнее. Скейтер. Видели? Про скейт. Давай, давай. Блядь. Так здесь и так скучно. Если я буду что-то делать, будет не веселее. Бежим. Нихуя не висит. Я пытался найти мудака, здесь нет карты. Я не знаю, как кого-то найти. Как вам, ребят, такой заход? То есть, понимаете, в чем дело? Я пытался найти мужика Ларса и фон Триера этого, а его нет, блядь. Я бы его нашел с удовольствием, но нет, блядь, Ларса фон Триера. Я поискал, понимаете, но, блядь, его нет. Не существует Ларса. Ларс исчез. Да, бежим, 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 бежим. Ка-ка! Могу побегать, Армагеддон, но я увидите бегаю. В реальной жизни хотя бы все понятнее. Че, пацаны, поможете? Чуваки, за мной бегут. Ладно. Так же, как в реальной жизни. Да, охуенно. Пока меня не впутали. Держи это. Блять, ну расскажите, куда идти хотя бы, ребят. Мы будем полтора часа здесь еще вот так бегать, пока мы не найдем Ларса. Или вы мне подскажете, куда идти, короче. У вас есть два варианта. Ребята, блядь, куда идти? Скажите, куда, блядь, идти? Где, блядь, Ларс? Куда, блядь, где его искать? Где этого петуха искать, блядь? Расскажите мне, пожалуйста. Шадов, блядь, предпочитает. Вот сюда, да? Может быть. Ты должен следить за тем. Ты куда собрался? А куда мне можно уйти? К Ларсу. Осталось сейчас 20. Я хочу увидеть Ларса. Сомневаюсь, что он захочет говорить с тобой. Я сам как-нибудь разберусь. Не буду тебя отговаривать. Ничего не буду. Куда собрался? Я хочу встретиться. Охуенно, с Ларс, блять, вот он где, в самом видном месте, блять. Повод, чтобы в домике рандом. Да я не смогу пройти всю эту хуйню, ребят, ну это пиздец, блять. Здесь, ну, либо по прохождению надо все делать, либо нет, блять. Ну, либо дохнуть, короче. Может, не надо заказывать за 25 косарей, Маркус? Я чуть не верю, что Маркус вообще закажет это за 35 косарей. Максимально неудобное управление, блядь. Ну а все утверждения, не знаю, может быть истинные, но вряд ли, на это вряд ли похоже, короче. Похоже. Скорее всего, есть какие-то менее истинные утверждения. Наверное. Могу предполагать только.
Ну вот, все отлично. Вдруг кому-то в голову придет задонать 25 косарей на прохождение этой хуйни. Слушайте, всякое может быть. Такую хуйню нам только не донатили. Ну, честно говоря, это мучительно. Эй, ты! Я же велел тебе отнести воду крестьянам. Не люблю людей, которые раздают обещания, а потом не выполняют их. Что, блядь? Пошел нахуй. Говно игра, блядь. Залупа полная. Кайф. Члена беса, 100 рублей. Привет. Что думаешь про разделение на левых, правых децентристов? Что это такое? Кто-то новенький. Что тебе нужно? Я хочу предложить тебе помощь. Ты здесь новенький, а новички всегда попадают. Ща, члена беса, спасибо. Короче, смотрите, я думаю, что разделение на левых, правых и центристов полное говно. Я считаю, что невозможно поделить всю политическую структуру по принципу... по принципу того, как люди когда-то давным-давно сели с той или иной стороны стола из-за одной ебаной революции, соответственно. Да, в рамках одной революции возник конфликт, люди сели одни по правую сторону стола, другие по левую сторону стола. Если поссоришься с кем-нибудь из рудокопов, случается. То есть, это довольно дурацкая система, это довольно, ну, непонятная система, это довольно неловкая система. Эй, парень, не напрягайся так. Ты здесь еще новичок, тебе многое. В нее трудно что-то вместить. Я ну, не хочу на тебя давить. Более того, подкопил, каждый трактует ее как хочет. И в этом готов. Тоже еще одна большая проблема. Гигантская, угодно, блядь, проблема меня. Того, что ее трактует и каждый как хочет. И у нас даже Чибисов оказывается центристом по его собственному мировоззрению. В этом проблема. Еще увидимся. Ты только береги себя. Так, а где этот дядька? Мы пришли за ним. Он не вернулся сюда, что ли? Блять, он не вернулся сюда. Шадов, короче, забил на геймплей и просто бегает. Ну, то есть, соответственно, непонятно, кто такие чинтристы, непонятно, кто такие левые, непонятно, кто такие правые. Какая-то хуйня, короче, произошла, и какой-то наёб, блять. По-моему, все дело в том, куда бы, блядь, Гитлера поместить. Дело в том, куда бы поместить Гитлера, понимаешь? Мама, иди, Так, дублирую. Все верно, Савров сказал, что в логике два правила вывода и никак иначе. Ему привели пример логики с одним правилом вывода в переписке. А в посте еще привел пример с 11 правилами вывода. Ну, скорее всего, логика, как и математика, может иметь огромное количество разных аксиом, аксиоматических положений, поэтому вообще без вопросов сосатель. Но, в принципе, по-моему, это, ну, довольно очевидная хуйня, тривиальная. Ну, Ставровский, я не знаю... Может, он реально опирается просто на те системы, может, он ни на что, блядь, не опирается. Ну, может, он о них просто нихуя не знает, может, он, ну, блядь, всякое бывает. Короче, бывает всякое, ну, хуй его знает, короче, этого Ставровского, и хуй знает вообще, что он, кто он по жизни, как бы... Ты можешь чему-нибудь научить меня? Убирайся с глаз, неверный! Я учу только стражей великого спящего. Как стать стражей великого спящего? Ты будешь учить меня? Ты хочешь стать хорошим воином, и потому ищешь себе наставника. Я забыл, что там сообщение было. Но я не тот, кто тебе нужен. Я занимаюсь лишь с теми, кто принадлежит к священству. Как стать стражем? Прежде всего, ты должен стать послушником. И потом возвращайся ко мне, и я буду учить тебя. Понятно.
хуян, ну чё? Можно встать? Короче, они обычно не соответствуют, философы, всем тем вот этим вот замечательным темам, которые в их время существуют. То есть они противоречат науке своего времени, противоречат там логике своего времени, всему чему угодно противоречат. И на базе этого возникает у них что-то новое, что-то не такое, как было раньше. И в итоге всякая область, она либо преображается, либо возникают новые области исследования, возникают новые методы и так далее, так далее, так далее. В принципе, это так работает. То, что считается абсёром в одной области, может стать критерием развития для другой области или даже для этой самой. Блядь! Как это, блядь, произошло? Как я, блядь, ненавижу эту игру, блядь. Обоссанная хуйня, блядь, для дебилов, нахуй. Сосать, нахуй, всем. 40 минут осталось, ебаться в этом говне. Наглый. Пиздец, охуенная игра. Как бы волков обойти все. Ходим. Блядь, говно ебал. Блядь, пошли нахуй. Блядь, ебал. В рот ебал, поебитесь. Да суки, блядь. Да что за хуйня с игрой, блядь, происходит? Как это проходить, блядь? Заебало, все, 20 минут просто ебалой страдаем. Я, честно говоря, не знаю, она очень скучная, она никакая, блядь. Нихуя непонятно, что делать, какой сюжет, вообще, что куда, блядь, идти. Это, блядь, три фракции, хуя акции. И, о, все три неинтересные, все три скучные, все три, блядь, как кусок говна, блядь, полный. Персонаж кусок говна, все персонажи куски говна, ни у кого характера нет, ни у кого нет личности, они все, блядь, просто чурки, в смысле деревянные, деревяшки в смысле, вы поняли? Не, не эти, не те самые, другие. Короче, чем они отличаются? Это религиозная секта, которая верит в какого-то там, блядь, спящего мудака. Они там за просветление еще какую-то хуйню. Вторая фракция, которая новый лагерь, они за свободу, блядь, за всякую другую хуйню такую, типа либералы, блядь, либералы, блядь, разбойники, воры, блядь, хуеворы. А первая, старый лагерь, это типа какая-то монархия, что ли, под каким-то мудаком, правильно? Правильно понимаю. Вот я знаю, чем фракции отличаются. Если ты думаешь... Спящие, это... Я не знаю. На мне не рассказали еще, что спящие. Ну, анархисты, либералы. Какая разница? Аналфисты. Чем ты занимаешься? Ты дерешься на арене? Болотные братья послали меня сюда сражаться во славу спящего. Я дерусь во имя спящего. И неверные видят, какой силой он наделил меня. Кто такой спящий? О, кто такой спящий? Жрецы в нашем лагере расскажут тебе о нем куда лучше, чем я. Я только вот что тебе скажу. Спящий — наш спаситель. Он привел нас сюда, он же и выведет нас отсюда. То есть вы ждете, пока ваш бог подарит вам свободу? Да, и наше ожидание скоро окончится. Уже готовится великая церемония.
что за церемония? Наши пророки говорят, что великая церемония вызова спящего откроет нам путь к свободе. Если хочешь узнать об этом больше, приходи в наш лагерь. Понял. Как добраться до вашего лагеря? Здесь, в старом лагере, всегда можно найти кого-нибудь из послушников. Они с радостью проводят тебя в наш лагерь. Тебе просто... Блин. Норм. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Некоторых людей ничего не учат. Как я, блядь, кому-то присоединять буду к этому лагерю? Ёбаный в рот, сука, никто не хочет идти в лагерь. Одно преимущество. Опусти оружие. И вот оно, блядь. Вот единственное преимущество данной игры, ребят, чтобы вы понимали. Каменяне впутали. Что ты? Опусти оружие. Пока меня не... Что за бой? Больше не делай этого. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь... Неудачно. Если руды нет. Думаешь... Ну, большую часть времени я просто сейчас занят, ребят. Прошу прощения. Я мог бы и просто сыграть, но это значительно позже будет. Вообще очень позже. Основная проблема сейчас у меня заключается в том, что я целыми днями занят. И я пишу романы по утрам, а по вечерам я стримлю. К сожалению, да. На стримах меня можно выловить. И со мной можно порубиться, соответственно. Но за золотые... Блять, у меня меча нет. В следующий раз я убью тебя. Разумеется, у такого неудачника просто не может быть руды. Когда закончится уже все мучение? Должны закончиться, я думаю. Пора уже закончить мучение, я считаю. Правильно? Все, давай. Я умер. Да. Фух, блядь, какая хуйня, ребят. Какую хуйню вы мне задонатили? Вы меня просто убить решили кринжом. Ой, блядь. Ой, нахуй. И это лучше, чем Final Fantasy X. Я думал, это хотя бы играбельно. Я думал, это хотя бы можно играть. Вот такое вот. Так.